Тукаева активно продвигают в ТикТоке. Что это, предвыборная кампания или просто хайп? Провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать в обществе новую экологическую культуру. Вот такие красочные ролики, сопровождающиеся словами Касым-Жомарта Токаева из различных его выступлений, заполонили в последние недели рекомендации ТикТока. И все это благодаря таргетированной рекламе. Комментарии пользователей к видео говорят сами за себя. Ролики, в которых восхваляют Токаева или выставляют его в выгодном свете, атакуют пользователей ТикТока с десятков аккаунтов. Что примечательно, созданы они были в конце сентября, начале октября, то есть аккурат перед выборами. К примеру, страница с недвусмысленным названием «Казахстеп». Его запустили в начале октября. На сегодняшний день там опубликовано почти 20 роликов. По меркам ТикТока аккаунт неплохо раскрутился за короткое время. Некоторые видео сумели набрать миллионы просмотров и десятки тысяч лайков. Алладан брат, деду. О, еліміздің амандығы,